Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о том, как приручить волка и о новом способе покупки «Форда». Автомобиль года в России – крупнейший автомобильный медийный исследовательский проект, в основе которого изучение автомобильных предпочтений на нашем рынке. До конца марта на сайте автогода.ру проходит голосование, в котором могут принять участие все желающие и отдать свой голос за лучший автомобиль в своем классе. Тем, кто уже проголосовал, был приготовлен сюрприз – возможность принять участие во втором мастер-классе по внедорожному вождению на пикапах Volkswagen Amarok под названием «Приручи волка». Из числа проголосовавших была отобрана финальная тройка призеров, которая на днях собралась на полигоне Академии 4х4 в Московской области. В борьбе за главный приз – сертификат на комплект шин – финалистам предстояло проявить силу духа. Участники преодолевали экстремальные раллийные и внедорожные участки, соревнуясь в водительском мастерстве. Выполняли упражнения на точность объезда препятствий, испытывали на прочность шины и свои нервы. Разжигали факелы в полевых условиях и распиливали деревья на скорость. Победителем и обладателем приза мастер-класса «Приручи волка» стал Роман Должиков из города Белгород. Компания Ford решила упростить потенциальным клиентам процесс выбора, оплаты и документа оборота при покупке машины. Для этого она приобрела стартап AutoFi, разработавший интересное мобильное приложение. Клиент удаленно может выбрать нужный ему автомобиль, подобрать комплектацию, оформить страховку и записаться на тест-драйв. Если его все устраивает, то комплект документов привозит ему домой на подпись. После этого все, что нужно сделать, просто забрать автомобиль из салона. Службы доставки автомобилей на дом Ford еще не придумали. Хотя американцам, многим из них, такой способ покупки пришелся бы явно по душе. Если эксперимент с удаленной покупкой будет признан успешным, то система начнет работать во всех дилерских центрах Ford. Может, и до нас дойдет. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».